От полученных травм в больнице скончался молодой мужчина. В ноябрьскую ЦГБ 37-летний житель Вангапуровского поступил с многочисленными побоями и черепно-мозговой травмой. Это было 19 июня, а 20-го врачи констатировали его смерть. Ведется следствие. В настоящее время по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. Находится в производстве следователя Следственного комитета. Проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, а также возможных лиц, причинивших ему смертельную травму. В настоящее время отрабатывается несколько версий происшествия, а как-то причинение ему телесных повреждений третьими лицами в ходе драки и получение смертельной травмы в результате падения.